Всем привет-привет! Привет, ребята! Сегодня у нас кто в гостях? Максик? Миньон? Да? Пукающий? Он у нас пукачок, ребята, еще, да? Смешные слова говорит. Смеется. Какой баланс! Happy Meal Макдональдс России стартовала новая серия игрушек. Каких, Софи? Кубики. Рубики. Да, Софи давно просила у меня кубик Рубик. Но я его не покупала, потому что, ну, он очень сложный, я считаю, для 5-летнего ребенка. А это просто вот как раз как будто производители услышали, да, наши желания и выпустили специальные кубики Рубики для деток. Они более-менее, вернее, сложные, чем обычный кубик 3х3. Кубик Рубика мы сейчас достанем, да, и посмотрим, что же за кубики Рубики. Они, кстати, совместно, да, доставай, совместно с Illumination. Помните, как Миньон говорил? Illumination! Сделали кубики Рубики такие очень красивые, по мотивам 3 мультипликационных фильмов: «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных» и «Миньоны». Так, Софи, ты не можешь никак выбрать, какие достать, да? Давай, показывай нам первый. Первый кубик Рубика 2х2, вот такой вот. Мы, кстати, сейчас все эти кубики Рубики достанем, да? А потом покажем вам, как их собирать, потому что это немаловажно. Если вы никогда не собирали кубик Рубика и не знаете основ, то вы не сможете его собрать. Да, они бывают разных форм. Давай покажем ребятам, каких форм они бывают. Вот таких вот целых 12 кубиков Рубиков. Но они, кстати, есть не во всех Макдональдсах. Сейчас мы достанем, посмотрим, какие кубики Рубики попались нам. И потом покажем вам, как собрать вот такой вот кубик квадратненький 2х2. Если это нужно, напишите обязательно в комментариях. Мы снимем видео, в котором показываем, как собирать и все остальные кубики Рубики, да? Так, ну что, давай первый посмотрим. Это по мультфильму «Тайная жизнь домашних животных». Доставай, да. Вот здесь вот такой заяц смешной из мультика. Так, следующий. Софи достала опять квадратный кубик. Это по мультфильму «Миньоны». Вот он, смотрите, какой классный. Он легко поворачивается. Легко поворачивается. Так, доставай следующий какой там. Так, два уже у нас кубика Рубика целых. 2х2 квадратных. Так, какой там еще есть? Кстати, смотрите, какая красочная коробка. Здесь можно скачать приложение Happy Meal и оторвать по линии, чтобы сделать из коробки подставку. Вот, Эш. Так, что тут следующее у нас, давай? Следующее у нас Эш. Вот такой интересный кубик Рубика, смотрите. 3х1х2. Ну-ка, Софи. А там Джонни, да? Уже 3 кубика Рубика у нас. Есть там еще какой-нибудь? Да. Это что? Тоже из Миньоны. Это тоже по мультфильму «Миньоны». Вот такой вот кубик Рубика. Здесь Миньон, вот такой смешной надпись Illumination. А здесь Рубикс. Держи, Соф, смотри. Красивый? Сейчас попробую. Вот так. Видите, как он поворачивается смешно, да? Здорово. У него здесь зеленая грань, здесь красная, и поворачивается он вот так. Можно вот так даже делать. Прикольно. Еще есть там какой-нибудь кубик Рубика? Да, так, Максик, отойди. Последний. Показывай нам последний. Так, последний кубик Рубика мы купили вот такой вот. То есть основные формы у нас есть. А, у нас знаешь, какой нет формы? Вот такой вот формы кубика у нас нет. Мы, наверное, вот такой еще один приобретем. Ну и посмотрим, если нам очень понравится, то, наверное, будем собирать всю коллекцию. Ребята, вы напишите, вы будете всю коллекцию собирать или нет? Смотрите, а тут такая смешная картинка. Мел идет за Максом, а здесь Хлоя. Горошек, да? Прикольные кубики Рубик. Ну что, давайте, ребята, мы теперь покажем вам, Софи, как собирается вот такой вот кубик 2х2. Вот и сейчас я вам покажу, как это сделать очень просто, очень быстро и очень легко. Вот такие грани разноцветные у кубика. Запоминаем их. Теперь мы должны этот кубик запутать. Вот давайте его запутаем сейчас. Повертим, покрутим тут его. И попробуем заново собрать. Так, так вот. Так. Все, ну, кажется, запутали, да? Начинаем собирать наш кубик. Внизу мы будем собирать белую сторону. И все грани должны у нас совпадать по вот этой нижней части.
То есть мы будем подбирать такие кубики, которые будут одновременно содержать белую грань и совпадать по рисунку. То есть сюда, рядышком с вот этим зайчиком, кусочком зайчика, мы должны поставить грань, на которой будет одновременно и белая сторона, и кусочек вот этого зайца. Давайте ее найдем. Где она? Где этот кубик? Вот, смотрите, этот кубик. У него и белая одновременно грань есть, и кусочек этого зайца. Его надо поставить, передвинуть так, чтобы он, этот кусочек зайчика, был по диагонали, либо рядом с ним. Смотрите, видите? Либо здесь вот эта картинка должна стоять, либо вот здесь. Вот у нас по диагонали стало. Так, и мы применяем комбинацию пиф-паф, которая называется. Обязательно, очень важно, эту комбинацию делать до конца. Она состоит из 4 движений. Обязательно всегда эти 4 движения доводите до конца. Делаем. Первое движение. Правую часть вверх. Верхнюю часть влево. Правую часть вниз. Верхнюю часть вправо. Все. Смотрите, у нас бордовый фон и кусочек зайца встал на место. И здесь белая грань встала на место. Видите? Получилось. Теперь эту комбинацию пиф-паф, если у вас с первого раза не стало на место, вы можете повторять несколько раз. То есть, если раз не получилось, как у меня, в следующий раз делаете пиф-паф 4 движения, в следующий раз 4 движения, пока картинка, которая вам нужна, не станет на место. Она обязательно станет. После 6 комбинаций пиф-паф картинка вернется всегда в исходное положение. То есть, если я сейчас 6 раз делаю пиф-паф, у меня опять вот это все совпадет дело. Следующее смотрим. Здесь у нас кусочек синего зайчика, видите? А здесь, по-моему, зеленого. Вот сюда, значит, мы должны поставить картинку с зеленым фоном, а сюда с белым. Смотрим, где у нас этот кубик. Вот. Вот у нас этот кубик. Ставим его сюда, по диагонали. То есть этот кубик с белой гранью и с зайцем на зеленом фоне. Сюда его поставили по диагонали. И повторяем комбинацию пиф-паф, пока вот эта картинка не станет сюда, а беленькая не станет сюда. Поехали. Вверх. Вниз. Важно, как комбинацию довести до конца. Смотрите. Беленький стал на место, квадратик. И заяц, мордочка зайца с зеленым фоном стала тоже на место. Вот эту часть мы уже собрали. Переходим к следующему. Здесь у нас заяц на оранжевом фоне и белый кубик. Значит, сюда мы тоже должны найти картинку с зайцем на оранжевом фоне и с белым. Смотрим, где он у нас. Так, где у нас этот кубик? Вот он у нас наверху, да? Ставим его сюда, зайца, по диагонали, смотрите. И проводим комбинацию пиф-паф, пока вот, этот, вот эта картинка не окажется здесь. Поехали. Вверх. Влево. Вниз. Вправо. Все. Мы собрали белую часть. И все картинки у нас совпали. Синий фон, бордовый фон, зеленый фон, оранжевый. Теперь смотрим на верхнюю часть и ищем 2 кубика, стоящие рядом, которые находятся на своих местах, даже если картинки у них перевернуты. Смотрите, желтый, синий, оранжевый. Вот этот кубик совпадает. Вот его оранжевая часть отсюда, желтая сверху и синяя сюда. Рядом с ним стоящий оранжевый, зеленый и желтый фон тоже совпадают. Оранжевый пойдет сюда, зеленый сюда. Желтый наверх. Вот эти 2 кубика, стоящие рядом, они находятся на своих местах. Картинки перевернуты, но эти 2 кубика стоят там, где надо. Мы переворачиваем наш кубик вот так, чтобы эти 2 кубика находились сзади. И сейчас будем их поворачивать и ставить в такое положение, чтобы, которое нас устраивает. Делается это так. Верхнюю часть мы поворачиваем влево. Правую грань вверх. Верхнюю грань вправо. Левую грань вверх. Верхнюю грань влево. Правую грань вниз. Верхнюю грань вправо. Левую грань вниз. И последняя, верхнюю грань влево. Таким образом у нас получилось, вот здесь собралась картинка, наш белый фон и
верхняя часть кубики стали все туда. Этот вообще стал сразу туда, куда надо. Вот этот сразу стал куда надо. Осталось только вот эти два кубика развернуть. Зеленый так сюда повернуть, желтый наверх, сюда оранжевый. Осталось только вот эти два кубика собрать. Делается это с помощью, опять же, той же комбинации пиф-паф. Для этого мы нашу белую грань верхнюю наверх поворачиваем, вот она у нас рабочая. А здесь слева оставляем картинку, которая уже собрана. Вот, смотрите. Наверх белой стороной, слева та, что собрана. Работаем всегда с вот этим вот нижним правым кубиком. Применяем комбинацию пиф-паф, пока здесь не окажется желтенькая сторона. Пока здесь вот не окажется зайчик на желтом фоне. Поехали. Нет, еще раз. Опа. Желтенький стал на место. Так, дальше. Опять ищем кубик, который мы должны развернуть. Вот сюда. Поехали. Так, нет, не стал. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Не стал. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Не стал. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Та-дам! Вот так вот, ребятки, мы волшебным образом, вернее, не волшебным образом, а с помощью простых комбинаций, таких как пиф-паф, собрали наш кубик Рубика с вот таким вот зайцем из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Напишите, пожалуйста, ребята, будете ли собирать эту коллекцию, нравятся ли вам кубики Рубика, и самое главное, умеете ли вы их собирать, да, Софи? Всем пока-пока! Вы были на канале Софи Элис Лайф. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.